проповедник. Сафари писали. Сафари, это сафари, ребят. Вот, смотри, мы туда и едем. А, мы туда едем, да. А, нас отведят в определенной зоне, только пустят поездить. Итак, друзья, все, мы приехали. Вот мы заезжаем, это у нас получается сафари. Это вот какое-то здание, просто за зданием. Здесь рядом есть забор, причем он был очень долгое время. Вот она дорога, по которой мы ехали. Машин очень-очень мало здесь, в Египте, потому что, как нам сказал местный человек, сказали, машины здесь очень большая роскошь, машины, это как золото, поэтому... Поэтому... Либо военные, либо менты. Смотри, как у них пикап стоит. Видишь, это? Ребята, вон, обсуждают. То, что везде стоит охрана, везде стоит полиция, то есть везде все, всех охраняют. Так, а здесь вот уже даже вот... Мы по пескам поедем кататься, ребят. Приехали, вот они. На эндурике кто-то катается. Верблюды здесь уже появляются, виднеются рыночки, как такие вот. Ну, очень, конечно, красиво. Ехали мы от своего отеля не очень долго, это мы сюда и ехали, буквально 15-20 минут. Это мы сюда и ехали кататься, все, что было под забором. Она не просто неправильно переводит. Так, дорогие друзья, мы приехали сейчас, нас ждут уже наши два баги. Спасибо. Вот они, баги Polaris. И еще один, вот он, баги синенький, это 1000. 1000 турбовый. Вот он, Эль-Шериф Сафари. Вот есть сайт, даже у них номер телефона, WhatsApp, Viber. Можно, пожалуйста, даже написать им напрямую. Вот такой багги, даже есть ручка для... Это нас! Для... Нет, это Ваня будет здесь за рулем. И вот еще один 800-кубовый сафари вот такой. Сейчас, подождите. Что, друзья, мы готовы вот в таком виде. Все, мы сейчас поедем кататься. Даже ребенка обмотали. Ванечка, покажись. Ага, класс. Все, мы надели арафат, нам все повязали, обвязали, заплатили за некоторые 10 долларов, за некоторые 5. Кому я буду? Никому. А, какое, это или это? А как мы будем садиться? Все, вы фотографируй меня, пожалуйста. А я куда? О, жопа горит. А Дима туда? Пристегнуть его. Давай. Давай, пристегиваемся. Не, а его. Туда назад. Очков нет. А, у меня есть очки. Ну я нормально. Не за очком буду. Очки просто 5 долларов. Не, мне не надо. Да. У меня есть. У меня нормально. А давай тебе 1,5 долларов. Да не, у меня, я с Астрахани, там пески везде. Я не буду за Ваней ехать, чтобы мне глаза не газовал. Так он поедет вперед. Да, почему он этот? Я въеду. Это что такое? Держаться. Это тебя регулировать, да, это помогает? Держаться. Ну, батюшка, надо... Закрывай. Тише. Пока не получается. Эти отстали, либо соблюдают. Какие птицы. Да. Чего, Диман, держись? Мусора много. Да. Чего, смотри, по сторонам давай.
мы выехали с базы, впереди нас гид, сзади наши друзья. И также еще параллельно нас сопровождают еще какие-то два человека на квадроцикле. Мы на баге, два баги, а они на квадроциклах. Пока что особо ничего интересного нет. Просто дорога, здесь просто дорога, то есть каких-то песков, либо чего-то еще пока что нет. Но вот мы едем уже, наверное, минут 10. Вот по такой дороге мы сейчас едем. Вот, видите, да? И вот уже сейчас вот что-то более-менее начинает вырисовываться, какие-то горы, какие-то пески. Девушки здесь фотографируются. Надо Ваню первым пускать. Конные прогулки, да. Конные прогулки. Отлично. Вот пусть Валеру топят, а мы за ним. Ну да. Вот, как вы видите, справа нас сопровождает. А, это фотограф. Получается, это фотограф с водителем. А это кружат аисты. Посмотрите, сколько здесь аистов. Они просто кружат. Они, похоже, здесь зимуют. Да. Они, наверное, на зимовку прилетели сюда, в Египет. Везде, конечно, пески, горы. И вот частично такая автомобильная дорога, чтобы добраться до песков, самих-то песков. Мы ради чего сюда приехали? По автомобильной дороге мы бы могли и в Сочи, да, поездить. Либо в своем каком-то другом городе. Но мы сейчас добираемся до того самого места, где, собственно, это все и будет происходить. Идет тур именно на квадроциклах. Это квадроциклы, именно когда можно туром. У нас индивидуальный тур, а у них вот групповой. И все колонны едут. Все, ребята нам помогают, то есть они говорят правее, левее, поближе, дальше. Нужно держать дистанцию 10 метров друг от друга. Мы сейчас добираемся, все никак не можем добраться. У меня хорошо, что очки есть, и мы купили вот такую. Забыла, как она называется. Как называется? Ары. Не ары. Какой ары? Канал. Нет. Едут, все сигналят, все друг друга приветствуют. Вау. Дыдык. Конечно, скорость какаха.
да. Дальше от этого чепуха держаться. И нормально. И смотри, газуем. И, блядь, едем где хотим. А он там, это нельзя, это нельзя. Ты пошел ты в жопу. Там мы едем вообще медленно. Без проблем, хочет быстро, может быть. А, давай быстро. Да, потом, когда закончим. Да, быстро, мы медленно едем, и уже спать хочется. Да, я тоже тебе. Очень медленно едем. Я разницы не вижу. Да плати человеку, и пусть он тебе кайф устроит. А сейчас вот здесь можно прокатиться? Да не может быть, потому что только потом, когда ездили, что дальше. Итак, друзья, у нас сейчас остановка, 10 минут под вот таким... Как дерево сера называется? Сера, сера. Дерево сера, да, называется. Сера. Не... Это все сера? Это сера, потому что у нас... Если ты же гранит, есть и сера. Не все сера, не все гранит. Какой-то... Когда гранит одна... А это не кораллы выросли со временем? Да, со временем, это очень давно назад. Но все равно это коралл вырос, да? Кораллы. Кораллы были, да. Ну да, похож, да, он такой вот, как каменистый, да, такой вот. Да. Но он красивый, если его чесать, он будет прям классный, красивый. Да, да, он похож. Вот он. Прикинь жить вот здесь, где вода? Нет воды, конечно. Ой. Еще труба, короче. А на нем можно вот здесь проходить? Ой. Как это дерево растет? Тут вода есть? Ему, наверное, не нужна вода. Короче. Почему это дерево растет, а больше нет дерева? Тут это, вода это, есть? Ты мне вода есть. Это самое, самое растет. Когда сам... есть дождь, 7 лет назад 2 раза. Ого, 7 дождь, лет 2 раза. Просто он очень старый. Очень старое дерево. Очень старое дерево. Как называется? Сера. В общем, мы сейчас договорились о том, что ребята сейчас поедут вот на вот этом турбовом баге. Они поедут чуть-чуть быстрее, а мы поедем чуть-чуть медленнее. Ну, на своем. Мы поедем за ребятами на квадроциклах. В общем, конечно, очень-очень жарко. И вот такая вот местность, такие вот деревья здесь, и называется это дерево сера. Вот оно. Деревце такое. Вот. И ему вода вообще не нужна. Не нужна. 7 лет назад, он сказал, 2 раза в год, что-то там последний раз там был дождь, что ли, именно вот здесь. В общем, не нужно совсем. Вон Ванечка поехал на квадроцикле. Пока 10 минут у нас остановка, надо воды успеть попить. В общем, вот такой сафари, друзья. Все, Дим, поехали. Осторожно, слазь. Марина, за руль сядь. Не-не-не. Давай, сейчас эхо кричаем. Хорошо, ребята, вставай, батон. Дима, иди сюда. Надо, ребята, будет эхо кричим. Батон читаем, эхо. Раз, два, три. Мист... Я могу. Все вместе кричим шарм. Шарм. Резко огромно надо, хорошо? Давай, давай. Только шарм. Давай. Раз, два, три. Шарм! Все вместе. Надо все вместе. Диман, ты что? Как тебя зовут? Дима. Все вместе кричим. Все вместе. Дима, ты. Дима, давай, Дима там будет, давай. Давай, посмотри далеко. Давай. Дима. Раз, два, три. Дима! Ого. Да, там. Как тебя зовут? Марина. Марина, все вместе кричим. Давай. Раз, два, три. Марина! 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 Да, не, надо все вместе. Тише. Дима. Тише. Дима. Раз, два, три. Дима! Дима! Дим, ты видишь, с поздним зажиганием. Надо все вместе. Раз, два, три и кричишь. Давай, Ваня. Давай, Ваня. Раз, два, три. И Ваня! Ваня! Слышно? Раз, два, три. Ива! Илья! Вон там. Ну там ущелье у вас, да? Город. Да, да.
Да вообще не кричим Россия. Россия. Раз, два, три. Россия! Мир. Да. Мир. Мир. Это салям на араб. Салям. Мир. Ага. Раз, два, три. Мир! Ого! Представляешь? Животные. Животные. Есть верблюда, коза, бараны, потом... Она вот так ходит по горам? Да, походит по горам. А змеи, друг, поехали? А как зовут? А есть змеи, змеи? А, это скорпион. Аккуратно. Знаете, меня уже кусанул, Ваня, меня кусанул. Все? Ребята, аккуратно, чеки, деньги, телефон, хорошо? Ага. Дим, ну что? Классно? Да. Да? Да? А что тут классного-то, Ёна? Пустыня его. Класс, да? Классно это вот это. Ну да. Когда ты берешь водичку и поливаешь себе капушонки. Дима, уже очень это... жарко. О, да. Нет воды. Была вода, нет воды. Вода на вес золота здесь. Сейчас поедем, ну, да. Дорогие друзья. Не разбазаривай добро. Да. В пустыне нет воды. А это тебе ее надо... или рулить? Не-не, это держаться. Тише, Дим, тише. Да. Ой, как ничего не слышно. В общем, друзья, мы сейчас, во-первых, переключились, вот эту кнопочку переключили на... Вот, обманка. Да, обманка. Был включен задний привод, мы включили полный привод. Смотри, ровно едем. Ну да, не надо, не надо. Не могли ехать вообще по песку. А уже едем. Ну да. В общем, дорога такая накатанная. Мы сейчас едем в обратную сторону. Ребята, поехали вперед, побыстрее, мы чуть-чуть медленнее. Итак, дорогие друзья, мы сейчас идем. Так, а куда мы идем? Не туда. Не туда мы идем. Сейчас, 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 я в туалет тоже. Спасибо. Сейчас сходим в туалет. Потом. Сейчас, 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 я с ними в туалет. В общем, приехали. Верблюдики здесь лежат, отдыхают. Вот этот туалет, да? А. Просто ищем туалет. Это у них типа. Типа кафешки какой-то. Вот так вот. Вот так 20 минут здесь зависать, отдыхать. А вот так выглядит местный туалет. Вот, пожалуйста. Среди пустыни. Фу. Ну, а зубы какие? Они же острые зубы. Ну вот, зуб верблюда. Видишь, какой? Видишь? Красивый, да? Это от сглаза, чтобы не сглазили. Видишь, какие? Ярмарка. Ярмарка. Классно, Вань, ты нас привез, да? Мы сидим, вы катаетесь. Мы не катаемся, у нас сломалась техника. Как сломалась? Сломалась. У нас привод отлетел. Ты Валеру навалил, и он отвалился. Так, мы сейчас приехали в такую деревню. Илья здесь заказал. Кальян, да? И вот такое вот поселение. Такое поселение. В общем, дорогие друзья, мы сейчас находимся вот в таком поселении. Вот мы сейчас с местными жителями здесь сидим вот в таких вот, под таким навесом. Они здесь же и живут. С ними живет один ребеночек. И вот посмотрите, вот в таком поселении они здесь живут. Мы заехали посмотреть. Ну, дорогие друзья, мы сейчас едем дальше. Мы сейчас делаем еще один круг. Отдохнули. Сейчас делаем еще один круг и едем уже на базу.
Время сейчас уже 20 минут 12-го. Ну, в принципе, этого достаточно. Полтора, там, максимум 2 часа, не дольше, это 100%, потому что, ну, на такой экскурсии, конечно, очень сложно. Даже, я бы сказала, не на экскурсии, а на покатушках. Потому что очень сильная жара, солнце, и хочется уже в отель.